Всем большой-большой привет! Сегодня будет видео о покупках. Перед вами вот такие необычные свертки, пакетики. Сейчас я вам все покажу, все расскажу. Но хотела начать с ножничек. Было у меня такое настроение, захотелось мне сделать покупку на AliExpress, купить каких-то мелочей, просто себя вот порадовать. И я увидела у кого-то из девочек вот такие ножнички, перешла по ссылке и приобрела их. Они, конечно, очень красивые, яркие. Здесь вот на ручках есть дракончик и феникс. Красивые такие яркие ножнички, хорошо режут. Но они большие. Это не те наши ножнички, как цапельки, да. Хотя тоже можно ими подрезать ниточку. Но я думаю, что для вышивки они как-то крупноватые. Пусть будут для фотографий. Они замечательно смотрятся. Также у меня дома был вот такой вот маячок, монетка с таким красненьким бубончиком. Мне кажется, сюда это прям идеально подходит. Такой вот китайский, может быть, стиль, но красиво. Ладно, не будем зацикливаться на ножницах. Потом из мелочей у меня были иглы. Ну, показывать я их уже не буду. Где-то разложила, были по 100 штук, их там продают, и я просто вот купила иголочек. Хорошие иглы, как гамма, замечательные, я ими довольна. Так, ну и что же в этих рулончиках? Я думаю, что, наверное, кто-то догадался, там у нас алмазная мозаика. Мне захотелось поиграться, побаловать себя чем-то, вот какими-то блестяшками. И я сделала заказ, купила 3 или 4 наборчика в этой технике. Если я покупаю, я всегда покупаю несколько наборов, чтобы уже было, да. И когда, значит, нашел ремонт, вышивать я не могла вышивать, а иногда хочется себя чем-то побаловать, я решила собрать вот этих двух лебедей, красавцев. И, в принципе, за 2 дня я их и собрала. Очень-очень быстро, легко все собирается. Единственное, я еще не прогладила, не выровняла эту основу. Основа здесь такая плотная клеенка, вот обычная клеенка. Почему-то я у девочек видела, у них как бы как бумажная основа, а у меня вот именно клеенка-клеенка. Напечатанный фон и только сами лебеди здесь выкладываются мозаичкой. С близкого расстояния это смотрится, конечно, пиксельно, очень так простовато, но с расстояния, особенно на камеру, смотрится очень даже неплохо. Блестит, все это переливается. В рамочке, мне кажется, было бы очень даже симпатично, хорошо. Вот такая работка у меня уже собралась. Сейчас покажу, что я еще купила. Они пришли вот в таких упаковках, рулонах. Там и бусинки вот эти, они пластмассовые, кстати. Мне бы хотелось какие-то, может быть, поярче, как стразы. Ну, я, знаете, зашла, у меня было такое настроение. Просто вот набросала туда корзину какие-то дизайны, которые мне понравились, на пробу, понравится вообще, не понравится. Они были очень-очень дешевые, что-то 2-3 доллара, очень дешево, поэтому я даже не задумывалась, взяла и взяла. Вот здесь материалы, это специальный пинцет, которым набирается стразинка, да, и вот эти вот пластмассовые стразинки. Остается их много, и я их потом просто взяла и выбросила. Ну, зачем они мне нужны? Значит, что я себе купила из дизайна? Конечно, все это шелестит и блестит, потому что сверху идет клейкая пленочка такая защитная. Это здесь павлин. Мне кажется, павлин будет очень-очень классно смотреться. Выкладывается именно павлин, а все остальное... А все остальное, у меня аккумулятор садится, а все остальное будет просто фон. Вот особенно хвост будет очень-очень красивый. Так, значит, вот такой павлин у меня красавец. Такая длинная будет работа, панель. Но выкладываются они очень-очень быстро и легко, поэтому такая, знаете, игрушка. Так. Что еще я здесь приобрела?
А еще у меня вот такие вот цветы красивые. Большая панель, практически вся идет выкладка. Я почему-то думала, что это будет у меня вышивка. Но, видно, ошиблась при выборе. Там есть и вышивка, и есть мозаика. И опять же ткнулась в мозаику. Ну, наверное, у меня тогда был вот такой вот настрой именно на мозаику. Должно быть очень красиво, мне кажется. Особенно вот эти цветочки. Я вижу через камеру, как это интересно смотрится. Вот такие красивые панельки. Почему-то у меня не пришла еще четвертая работа. Там было 4 у меня заказано. Вот 3 есть, а 4 еще нет. Ну, придет, куда денется, не придет, так вернуть деньги. Так, значит, здесь у нас цветочки. Это то, что касалось AliExpress. Я сейчас это быстренько уберу и вернусь опять к вам. Вот. Ну и самая главная покупка, которую я хочу вам показать, пришла ко мне вот в таком очень красивом ярком пакете. Эту покупку я ждала долго, и вдохновилась я на эту покупку от Любы Cross Stitch with Luba. Ну, вы, наверное, догадались. Люба у нас вышивает очень много мирабилий. И когда она показывала свой отчет за 2017 год и показывала, сколько она всего интересного повышивала, и показывала и другие свои работы, и я вернулась и пересмотрела и видео за 2016 год, и вообще смотрела много ее видео, и, как вы понимаете, сломалась. И мне захотелось тоже вышить мирабилию. И я решила, что моя первая мирабилия должна быть вся в оригинале, то есть нужно было мне все купить оригинально. Был такой у меня порыв, и я решила сделать заказ. А нужно поддерживать всегда своих, и я сделала этот заказ на сайте Стичинка, Стичинку, не знаю, как правильно можно читать, все читают по-разному. Вот, не буду вас томить, я томилась долго, пока ждала этот мой заказ. Теперь буду вам все показывать. И мой выбор пал вот на эту красавицу. Выключим свет, а то бликует. Выбор пал на эту красавицу. Я замужем и не собираюсь, как бы, не знаю, еще раз венчаться, что ли, но мне просто понравилась основа. Здесь используется шоколадный такой цвет альон и сочетание белых оттенков, красивых украшений этого платья. У платья интересный такой бант или хвост, выполненный цветами разных оттенков. Очень ярко, очень красиво все это смотрится. Невеста на качелях. Ну, я не знаю, ассоциации вот такого шоколадного тортика с кремом сверху. Может быть, как-то это странно звучит. Но мне нравится вот именно сочетание цветов у этого дизайна. Поэтому я решила... Не знаю, мне просто нравится этот дизайн, и я решила начать с него. Визитная карточка, конечно же, она нам пригодится. Пригодится. Вот такая основа, сделана в Денмарке. Черный шоколад называется основа. Вкусняшка просто. Это пермин. Мне очень нравится лен от Пермина. Я один раз вышивала работу именно на льне от Пермин. Это мой скворечник в розах. Я оставлю где-то ссылочку, если вам интересно, вы посмотрите на эту отшитую работу. Работать с ним очень приятно. Он тоненький, нежный, хорошо держит основу, такой плотный, не расхлябанный. Поэтому мне было приятно, что по ключу идет именно вот лен Пермин. Вот такого темного, шоколадного, вкусного цвета. Потихоньку буду заглядывать в пакетик и постепенно доставать все интересные вещи. Нет, чтобы не греметь, отключусь и все выложу. Я вернулась, и посмотрите, что находилось у меня в пакете. Здесь очень много красивого бисера и украшений. И есть вот такая вот ниточка от Water Lilies. Интересного мятно-сиреневого оттенка. Интересный такой очень переход. Красивая ниточка.
идет указание, описание и все необходимые украшения. Я вот зашла на сайт, выбрала этот дизайн и просто там предлагалось все необходимые материалы, можно было положить также в корзину. И я положила все необходимые материалы, за исключением ниточек ДМС, потому что у меня их много. Даже если у меня какой-то ниточки не хватит, я могу заменить ПНК, я могу докупить. Поэтому ниточки я решила не заказывать, а заказать просто все материалы по ключу. И даже просто все материалы по ключу стоят, в принципе, дороговато. Но, как показывают девочки, готовые результаты, смотришь и, да, думаешь, да, оно того стоит. Оно. Это получается шедеврально, очень здорово, очень классно. И еще, что мне понравилось в этом магазине, там очень-очень дешевая доставка. Да, идет посылка долго, но нам же есть что вышивать, спешить нам некуда, поэтому, тем более, если собирается 2-3 человека делать заказ, то вообще получается очень-очень выгодно. Вот. Итак, что у меня здесь из дополнительных материалов? Есть у меня бисер. Здесь идет 5 оттенков бисера. Очень красивый бисер. Так, я буду показывать, наверное, вот так по 2, сразу, чтобы не терять время. Вы смотрите номерочки, кому интересно. Я просто покажу бисер. Вот такой. Очень красивый бисер. Я полюбила вышивку в смешанной технике, чтобы там был и бисер, и крестик. У Чаривны Мыть много дизайнов интересных. Ну, конечно, Мирабелли, у нее свой стиль девушки. И здесь очень много вот этих вот биконусов, кристаллов, украшений. Целых 6 упаковок. Честно, я не смотрела, сколько нужно будет там этих звездочек. 1, 2, 3, или как они вообще идут, распределяются. Видите, это вообще один кристалл здесь. Обалдеть. Когда это все будет пришиваться, я представляю себе. Такое великолепие получится. Милхил. Вот такая моя красота пришла. Хочется мне поскорей что-то завершить, чтобы начать эту красавицу Мирабелию. И я решила так как я завершила недавно 2 процесса новых, то есть я их начала и сразу завершила. А старые мои процессы, начатые уже, скажем так, мои начинашки, они пока вот лежат и ждут. И долго уже лежат, ждут, поэтому я решила, что я завершу немножко что-то из начатого и потом сразу начну вышивать эту красавицу. Очень хочется мне открыть вот эту упаковку с льном, шоколадным, красивым. Но пока все это будет лежать и меня ждать. Хочу поблагодарить всех сотрудников магазина за переписку, за поддержку. И хочу поблагодарить отдельно Лену и всех девочек за невероятно огромный, просто неописуемый, приятный и большой подарок для меня. Представляете, Лена положила мне вот эту схему Мирабелли, дерево, но не просто схему, а со всеми материалами. Я когда открыла посылка, кстати, была упакована очень-очень хорошо, очень качественно. Даже если вы покупаете какие-то хрупкие материалы, ничего не повредится. И когда я обнаружила вот это дерево, я была просто в шоке. Мне Лена намекнула, что я положила тебе подарочек. Ну, я думала, может быть, там будет какая-то маленькая штучка, магнитик, я не знаю, ну, что-то такое маленькое. А когда я получила вот такой огромный, шикарный подарок, конечно, я очень была растрогана. Лена, огромное тебе спасибо. И я его не открывала. Я вот, видите, он запечатанный, он вообще новенький-новенький этот наборчик. А вот вместе с вами я сейчас хочу открыть. Я немножко сейчас здесь подубираю. Я немножко здесь сейчас освобожу пространство. И мы вместе с вами откроем вот это деревце.
Так, ну что, давайте открывать. Позвольте мне немножко пошуршать. Ну, это же так, так приятно, так вкусно открывать новый, новый абсолютно набор. Поэтому я люблю вот этот шорох. Простите, я его обожаю. Ах, мое богатство, боже, какая красота. Смотрите, какой интересный бисер. Даже вот не бисер, я бы сказала, такие бусины, бусины бензиново-голубого цвета. Очень интересный цвет. Почему-то мне сейчас камера очень ярко все показывает. Вот такой интересный бисер. Металлический. Столько много бисеров. Здесь даже больше, чем в моей мирабилии. Зелененький. Зелененький. Жемчужный. Очень люблю жемчужный бисер. Просто прям бы съела бы его. Еще. Тот же номер. Значит, его будет много использоваться. Смотрите, сколько много всего будет использоваться. Мятный. Очень красивый бисер мятный. Красота. И опять же жемчужный. Целых 3 упаковки жемчужного бисера. Ничего себе. И ниточки. Боже, девочки, это первые мои ниточки. Первые. Лена, я тебя люблю. Спасибо вам большое, девочки. Лена, спасибо. Classic Colorworks. И здесь их много, посмотрите, их много здесь ниточек. Чувствую себя хозяйкой Медной горы, честно вам скажу, рассматривая вот эти все красивенные ниточки. Я вам сделала макрорежим, чтобы вы тоже посмотрели. Ну, я надеюсь, камера передаст хоть небольшие переходы. В некоторых оттенках переходы более заметные, более яркие, а в некоторых ниточках они более такие спокойные. Так, вот 0,66 у нас, правильно, 3 моточка. Я хочу посмотреть. И 138 тоже 3 моточка. И вот такой вот непонятно белый, 0,44. Такие ниточки. Замечательные. Весь комплект. Много бисера, много ниточек. Очень такой красивый. Богатое наполнение. Ну и, конечно же, сама схемка. Вот никогда я не держала вот эти книжечки, потому что это что-то новенькое, да? Вот, рождественское дерево. 2006 получается. Идет описание. И дизайны небольших. Небольшие дизайны феечек. Они, я думаю, что всем известны. Известные дизайны для девочек, кто вышивает мирабили. Вот очень интересная такая дама так отсвечивает. Вот так. Угу. И вот оно, наше дерево. Схема на самом деле небольшая. Вот. 12 на 18. Но по наполнению вы видите, что это очень-очень богатый дизайн. Потому что здесь используется очень много украшений. Здорово. Здесь бумага такая глянцевая, плотная. Класс. Я в восторге. Я просто в восторге. Материалы. Какая красиво будет звезда вышиваться прямо наверху, и все будет расшито бисером, все бисером. Такая елочка королевна, просто не елочка. Вот такие вот у меня здесь подарки, покупки. Вот такие, девочки, у меня покупки, подарки. Я очень счастлива, я нахожусь в предвкушении, потому что я жду того времени, того тайминга, когда я смогу приступить к этим дизайнам. Честно вам скажу, что первое в планах у меня красавица, мой шоколадный тортик.
А потом, ближе к Новому году, к зиме, где-то сентябрь-октябрь, это будет елочка, чтобы были небольшие временные промежутки, и можно было между этими процессами вставлять другие работы. Я себе обещала, что я немножко уделю времени моим начатым процессам, давно начатым. Вот поэтому сейчас я дошиваю, не дошиваю, я начала, и в процессе есть у меня работа из стареньких. Как только я ее закончу, я тогда начну уже мою девочку Мирабилью. Вот, поверьте, видеть сейчас, трогать и обладать всеми этими материалами, этой красотой, это большое счастье, большое удовольствие. Я еще раз благодарна Лене и всей компании, всем девочкам за прекрасное обслуживание и, конечно же, за подарок, за хорошие слова в этой яркой солнечной открыточке. И хочу также сказать девочкам, что на этом сайте можно найти очень-очень интересные дизайны и сразу скомплектовать полностью весь свой заказ. Это очень удобно. Доставка очень-очень выгодная. Поэтому заходите, смотрите. Там много всего интересного. Я этот сайт тоже полюбила, так как полюбила сэмплеры. И именно на этом сайте отличительная черта того, что есть очень большой выбор сэмплеров, разнообразных материалов и всяких изысканных тонких вещиц. То есть это вот уже даже для самых искушенных рукодельниц там есть интересные вещицы. Вот, еще раз всем спасибо. Также желаю вам хорошего настроения, творческих успехов. Ну и, конечно же, до новых встреч. Всех целую. Пока-пока.